детского фольклорного ансамбля «Мафония» Дома детского творчества номер 3 города Иваново. Руководители Ольга Корнеева, Вера Хоботова. «Наша Дуня» – народная песня Владимирской области. «Как на месте вместе» – народная песня Ивановской области. Никита, солист народного ансамбля песни и танца «Калинушка» культурно-досугового центра «Исток», город Шуя. Руководитель Татьяна Груничева. «Вспомним, братцы», акапелла из материалов экспедиции Владимирского музыкального колледжа по Селиванскому району Владимирской области. «Да в саду дерево цветет» – походная песня Краснодарского края. Thank you.
ансамбля песни и танца «Калинушка» культурно-досугового центра «Исток» города Шуя. Руководитель Татьяна Груничева. Сказка «Берестяная коробочка». Акапелла. Записано в селе Ильинское Юрьевецкого района Ивановской области. Запись, составление и нотация Науменко. Обработка Груничевой. Шуйские частушки. Слова Груничевой, музыка Горшкова, записана в 2010 году. Сказка старинная, не шибко короткая и не шибко длинная, а такая как раз, как от меня до вас. В небольшой деревушке, в низенькой избушке жили-были дед да баба, и была у них внучка Настенька. В народе говорят, кто наперед солнце встает, тому Бог подает. Вот и наша Настенька чаю не допьет, а уж у окна пряжа придет. И все-то у нее ладится, ничего из рук не валится, живет, будто песню поет. Радым рано поутру петухи кукареку, ой, ля-ли-ля-ли-ля-ли, заиграли дудочки, петухи кукареку, пастушок ту-ру-ру-ру. Ой, ля-ли-ля-ли-ля-ли, пошли девки по грибы. Веретенице поет, глазкам спать и не дает. Ой, ля-ли-ля-ли-ля-ли, золотые ниточки. Ой, ля-ли-ля-ли-ля-ли, золотые ниточки. Поехал дед с бабой на базар продавать товар, а внучке дал наказ: зови подружек в горницу играть, вместе ночку коротать. Стала Настенька на свой двор подружек зазывать, но только все испугались, темной ночки забоялись. Настенька в избе прибрала, воды принесла, печь истопила, каши масляной наварила и на палате спать легла. Да и выснула, как слышит, хлоп-хлоп, топ-топ. Открыла глаза, что ж за чудеса, сам Михайлов Потапыч по горнице идет. Песни на ходу поет. Иду, иду к девке, иду, иду красной, иду ночку ночевать и другую коротать. А у страха-то глаза велики, да только гостя надо приветить, накормить, спать уложить. Настенька чуть жива с палати сошла, медведюшку накормила, на лавке спать уложила, а сверху тулупом укрыла, да и сама спать пошла. Красно солнышко еще только в кроватке потянулось, а уж Настенька проснулась. Смотрит, нет Михаила Потапыча, и в сенях была, да только и там тишина. В избу вошла, тулуп приподняла, да так и обмерла. Лежит под ним берестяная коробочка, а в ней камушки, камушки непростые, золотые. Вернулись дед с бабой домой, вошли в избу и видят, внучка Настенька на лавке сидит, золотые камушки перебирает, будто с радугой играет. Ой, ля-ли-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 ля
Хоровые коллективы. И первым на эту сцену выйдет детский фольклорный ансамбль «Пахомушка» музыкальной школы номер 5 города Иваново. Руководитель Инна Каравай. Как пошла Коляда, календарная Нижегородской области. Как задумал старый дед. Записано в селе Высокого Ивановской области Щербининой в 1990 году. Thank you.
сцене фольклорный ансамбль «Заряна» детской школы искусств городского округа Кохма, руководитель Татьяна Сморчкова. «Ой, как по реченьке, хороводная», записано в селе Мыт Верхнеландиховского района Ивановской области. «Было у тещи семеро зятьев», шуточная, записано в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области. Yeah!
и ансамбль «Махоня». Дом детского творчества номер 3 города Иваново. Руководители Ольга Корнева, Вера Хоботова. Комара-муха «Любила». Обрядовая песня Ивановской области. Ярославские частушки. Ансамбль русской песни «Удальцы» детской школы искусств городского округа Кохма. Руководитель Татьяна Сморчкова. «Завитюли, вовитюли» – шуточные припевки, записаны в селе Воскресенское Савинского района Ивановской области. «Эх, за рощицей» – походная, записана в деревне Высокого Савинского района Ивановской области. Thank you.
Спасибо. И ансамбль народной песни «Забава» детской школы искусств городского округа Кохма. Руководитель Татьяна Евтушенко. «Из Залесику до леса темного». Хороводная. Записано в поселке Парик Ивановской области. На 17-м году. «Частая плясовая». Записано в селе Высокого Савинского района Ивановской области. Oh!
сцене образцовый ансамбль народной песни «Румяные щечки» Центра детского творчества номер 4 города Иваново. Руководители Галина Олейникова, Наталья Козерчук. Аккомпаниатор Иван Силков. «Месяц по небу». Свадебная величальная села Растилово Лежневского района. Дуга синяя, голубленная, плясовая села Высокого.
Сердцу больно, не уговаривай.
Я все равно его люблю, ты только раз кукушечка, малых деточек.
Чуть Мария, ваши аплодисменты. На сцене Щеницына Ольга, солистка ансамбля народной музыки «Малинка», Координационно-методического центра культуры и народного творчества Шуйского муниципального района. Руководитель Надежда Радушняк. Березничек кудреватый. Величальная песня деревни Высокого Савинского района Ивановской области. Тамаринская русская народная песня. Yeah.
Синицына Ольга, ваши аплодисменты. Павлова Марина, солистка районного дома культуры «Лидер», город Родники. Не сходить ли в зеленую рощу? Народная песня. А в Иерусалиме? Песня Западной Украины.